Российские военные доставили в сирийскую провинцию Хама 4 тонны гуманитарной помощи, а также 1 тонну хлеба, который был выпечен в Сирии из российской муки. Жители села Кремеш получили пакеты с индивидуальными рационами питания, в которые включены рыбные и мясные консервы, сахар, мука, крупы и макаронные изделия. Детям были добавлены сладкие подарки, вафли, печенье и конфеты. В селе Кремеш остались одни старики, женщины и дети. Все мужчины находятся в ополчении и воюют с террористами. Женщины и подростки занимаются сельским хозяйством. Российские военные медики развернули в селе мобильные медицинские пункты и оказали необходимую помощь всем нуждающимся. Гуманитарная помощь предоставляется в городах, поселках и деревнях по всей Сирии. Это стало возможным после достигнутого 27 февраля соглашения о прекращении огня.